уже, ну, по идее, глубокая осень, еще через неделю будет уже ноябрь. У нас пока погода стоит шикарная, плюсовая температура, плюс 15, плюс 17, поэтому можно позволить себе выпить пиво. Сегодня я пошел необычным путем, пиво у меня не отечественное, совсем не отечественное, но оно будет приурочено к Хэллоуину. То есть, и в принципе, выпуск выйдет где-то после Хэллоуина, на воскресенье. Итак, пиво у меня Хоп Гоблин. И у меня вот такой хэллоуиновский бокальчик Хоп Гоблин. Так что мы это пьем под Хэллоуин. Unificial Beer of Halloween. Да. Так что, я в принципе пиво это никогда не пил. Я, ну, в принципе, известно, думаю, и продаю это практически в каждом супермаркете. Ну, как-то у меня до него руки не доходили, а тут, я думаю, совмещу приятное с полезным. Бокал есть, праздник есть, пиво тоже имеется. Там было пару сортов пива, я выбрал Gold. 4,2% алкоголя. Ну, остальное, в принципе, я тут ничего искать не буду. Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное. Тут плохо видно, это самое темно. Поэтому что-либо читать я тут толком не смогу. Потому что то, что написано на нерусском языке, то заклеено, а что написано на русском языке, то не видно нифига. Поэтому мы это все пропустим и будем довольствоваться только вкусом пива. Даже не написано где оно. Witchwood Brewery. Вот так. Да. Ну и как бы хрен там называется. Будем пить. Устойчивая пенка. Аромат пива такого легонького. Ну, в принципе, ты думаешь, неплохое. Вот это пиво. Не знаю, насколько оно тут крафтовое, не крафтовое, но оно имеет серьезную горчинку, вот примерно как в пиве волынской бровари я брал сорта, вот там такая ощутимая горчинка, реально. Не могу сказать, что она мешает, как бы она вроде как в тему. Конечно, на любителя, то есть как бы горечь такая специфическая, то есть как бы, но как сказать, пить каждый день скорее нет, чем да. Выпить чисто вот так, вот как я вот под Хэллоуин, наверное, да. Тем более под Хэллоуин такое пиво с горчинкой, как бы эксклюзив. Насколько пить его каждый день, не то. Оно приятное, вкусное, но горчинка лично мне мешает. Она сильнее, чем вот мне нравится. Была бы она чуть-чуть слабее, было бы все нормально. Тут как бы вроде привыкаешь к ней, но все равно остается на языке, остается на нерве и немножко мешает. Поэтому пиво в целом неплохое, побаловать себя одной другой баночкой когда-нибудь можно, но конкретно в данном случае могу сказать, что оно горьковатое и зайдет далеко не всем. Оно, конечно, не такое матерое, как, допустим, Форест у бровара волынского, но горчинка ощутимая. Мне нормально, но, допустим, моя жена точно бы его не пила, потому что оно, ей было бы очень горько. Ну, в принципе, как на Хэллоуина, самое то. Поэтому будем пить.
готовится гибель, где в пиве никто не тонет, тонут всегда в воде. Реки, моря, проливы, сколько от них вреда. Губит людей не пиво, губит людей вода.